Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру King Rivals. Ну что ж, поехали с открытия сундуков начнем. Так, монетки, пушечное ядро и крестоносец. Буквально еще чуть-чуть, и он у нас станет 6 уровня. Хотелось бы да побыстрее, чтобы он таким стал. Так, опять монетки, пушечное ядро и дубины. Че, издеваетесь что ли надо мной? Так, ну, сундук. 4 карточки, я думал будет 6. Но нет, не дают нам. Мечник, дикарь. Блин, ну зачем вот мне столько дикарей даете? О, меткий стрелок. Мне уже, ребят, захотелось его вернуть к себе в команду. Так, смотрим, что нам здесь выпадет. Так, монетки, толстяк. Эх, чуть-чуть не хватило, да? И дубины не пропали, блин. Так, а что у нас тут? Ага, все, я понял. Обновление, естественно, ребят, мы обновляем. Стрелок меткий. В принципе, его можно было бы, конечно, взять к себе. Угу. Нам еще немножко, ребят, 50 очков и 5-й левел станет. Ух. Опять боль, ребят, опять боль. Так, ежедневный квест. Давай посмотрим, что у нас тут. Раз, два и три. И еще даже два. Ну что ж, берем монетки и гемчик. 10 монет и 1 гем. Все по стандарту. Ну... готовы? Ух, я, наверное, готов, ребят. Но мы не забывайте с вами опять на этом уровне, на новой лиге, где меня, естественно, сейчас, наверное, и забомбят. Потому что, ну, невозможно играть против этих универсалов, как ты не крути. Нет у меня подходящих для этого юнитов, чтобы противостоять этим охламонам. Да-да-да, я уже готов к битве, можно уже приступать. Рей против Гутелла. Гутелла, да? Ребят, ну ведь здесь вот можно нажимать на паузу. А, нет. Я, честно говоря, думал, что мы нажмем на паузу и, знаете, как бы... Так, погоди-ка. Тут у нас что-то дофига всякого барахла пришло. Ну, давай. Нормуль, шикарно. Так, вот это плохо. Надо нам вот сюда амбальчик этого выставить, да? Вот как раз он против вот этих всех хламонов. Ну, этого тоже надо ликвидировать в обязательном, ребят, порядке. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Что-то уж как-то рьяненько тут началось все. Вам не кажется? А мне вот кажется. Скелеты. Эх, вы противные скелеты. Что ж мне с вами делать? Мы их распинали. На-на-на-на-на-на. Отлично все. Слушай, он выставляет этих дикарей. Откуда скелеты тут взялись? Я не понял. Блин, атакуют, ребята, мои ворота. У меня уже, грубо говоря, пол здоровья у ворот снесли. Понимаешь? К чему я? Вот именно к тому и говорю. Упс. Вот это плохо. Это, ребята, плохо. Так, он вызвал мага, да? Он, ребята, вызвал мага. Давай вот так вот делать. Ну. Наказываем. Слишком какой-то тут наплыв офигенный, я вам скажу. Если уже честно. Но он хочет мне пробить ворота, это явно, это видно даже. Что он просто жаждет. Так, пора, по-моему, мне, ребят, тоже вызывать своего чувачка вот этого. Он уже достал в корень. По красоте. Так, выпускаю ядро. Кого я выпустил там, ёп? Ядро, называется, хотел выпустить. Оу. Ты смотри, что происходит-то. Это плохо. Это, ребята, очень плохо. Но я не знаю, блин. Вот этот вот юнит, я не знаю, кто это такой. Какой-то, ребят, я не знаю, как его назвать-то даже. Копейщик, наверное, да? Так, давай выпустим ядро. Все, пока нормуль. Куда ты? Не понял я. Как это? А, ну да. Крестоносец там появился у нас. Так, давай, дубиночник. Атакуй. Что есть мощи.
Мага вызовем теперь. Как он вызывает? Он тоже вызывает, ребята, мага и все, и всех, кого не попадя. Так, якобы он тут простоял, да? Пока все идет хорошо. Но здоровье, здоровья, ребята, у него мало. Ну, последний удар. Есть! Не успели его на говнюки добежать до моего замка. Мы разбомбили его. Фух. Хе-хей. Мне нравится. Под адреналином у меня все это дело проходит, ребят. Под адреналином. Я прям не знаю, у меня аж прям внутри все клокочет. И когда победа, вы прям не представляете, как я радуюсь. Ну, победа же всегда хорошо. К тому же я думал, что меня здесь ушатает, но нет. Так, смотрите-ка, что у нас? Сколько там нужно... А, тут уже 599 рублей. За 600 рублей? Нет, спасибо большое. О, а вот монетки я заберу. Кстати, мы можем купить с вами серебряный сундук. Давайте купим. И 5 карт, неплохо. Так, дубины прокачиваем, естественно. Так, мечники. Толстячка бы вот поднять по уровню было бы очень хорошо, а? Ребят, согласитесь. Ну и все, больше... Никого не могу купить или могу? Сколько стоит? 290. Нет, я не буду, ребят, на них тратиться. Или буду. Прикинь, у нас ровно 50 получится. Давай купим. Все, отлично. Так, и, естественно, будем прапывать. О, дубинушки. Шикарно. Слушайте, а мы можем и, вот дубином, например, какой-нибудь супер... супер этот, супер атаку поднять. Сейчас посмотрим. Так, данные. Древо навыков. Сброс 10. Так, 2500. Это плюс 10 к урону. А минус 1 боевых единиц в отряде. Иногда просто не понимаю, о чем вообще идет речь. И как-то 2500 неохота мне, ребят, честно говоря, тратить. Ну, дубины, фиг его знает. Об обновлении 1000, дополнительная информация. Очень быстро. Третий уровень, максимально первый. Вообще ничего нету, на втором вот это вот мы должны, да, можем купить. И на третьем уровне вот это уже можно будет приобрести. Но для этого, видимо, нужно все прокачать. Хрен его знает, наверное, так это все должно работать. Но мне жалко пока тратить на это деньги, ребят. Их очень долго и медленно копишь. И так быстро и легко сливаешь. Поехали, сражение у нас очередное. 3 ящика нам нужно еще сегодня заработать, так что будем стараться. Поверьте мне, все пойдет не так гладко, как я хочу. Где-то да проиграю, как пить, да, чувствую просто-напросто, это я. Так, селлер против нас. И у нас, как всегда, затишье, да, перед бурей. Ой-ой-ой, это некромант, ребята, это некромант собственной персоны. Вот так вот он это все, это, ребята, дело делает. Ну давай, бомбочки. Как-то вот так у нас все это должно. О, воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Ну, где этот? Пока его дождешься. Нормуль. Да, магичку, конечно, ушатали. Печалька. Но он сейчас будет некромантами меня душить. Вот точно я вам говорю. Сейчас будет вызывать некромантов одного за другим. Так, у меня ядро, ребят, созрело. Но я, наверное, сделаю немножко по-другому. Вот так вот, будем в путы. В путы его запутывать. Ух ты, смотри-ка. Новый какой-то чувачок, я такого не видел, серьезно вам говорю. Нифига, он, во-первых, он быстрый, этот юнит. Угу. Забомбил кое-как с горем пополам. Опять он вызывает, ребят, некроманта. Давай вот так вот, наверное, зарядим. Так, ну что, некроманта мы запинали, это хорошо, кстати. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, ворота, 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 ребятули, ворота сносим. Блин, нифига не получается. Не успеваем. Слушай, вот этот ханорик меня действительно достал уже. Опа. Понеслась, да? Душа, блин, в рай. Давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Бомбит пускай по массовой атаке. Что там ржет еще кто-то? Непонятно, кто там ржет, но ржет. Смотри, что происходит.
Ты просто смотри, что творит. Ах, буржуй, нищеброд. Нет, не бывать этому. Все, пошутили и хватит. Теперь наши ребята очередь... Нет, подожди, сейчас подождем. Поехали. Некроманта, конечно же, надо валить. Маги, 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 молодцы. Завалили. Кто там? Там лучница у него стоит, бомбит. Минус. Так, снесли мы, ребята, ворота. И сейчас будем уже некроманта разбивать. По красоте. Так, скелетов уничтожили. И давайте, ребята, уже бомбить базу. А что делать-то? Больше нам делать здесь нечего. Все, там осталось немножко здоровья у базы. Хана ей. Хе-хе-хей. Ого-го, ребят, мы победили с вами. Золотой сундук, отлично. Кстати, здесь у нас получается всегда золотой сундук и три серебряных. Я не мог сделать, чтобы у нас, например, было два золотых сундука. Или три. Или чтобы все были золотые сундуки. Я, кстати, могу открыть. Может быть, открыть нам гемы? Для чего нам гемы? Наверное, для чего-то нужны. Но мы можем с вами ускорить это дело. Шесть карт, вот это уже хорошо. Давай глянем, что нам достанется здесь. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает. Ай-яй, что ж ты будешь делать? Ладно, дубины пока не нужны. Здесь тоже маленечко не хватает. О, дриадочка. Но дриадочка, ребят, хороша, да? Я вначале думал, что она фигня, но на самом деле она очень даже хороша. Так, а что, мы можем что-то улучшить или... Да, мы можем улучшить вот этих вот гавриков. Угу, отлично. Шестой уровень у них как-никак. И, да, пятый уровень. То есть у нас увеличивается и здоровье, и урон. Отлично. Замок наш немножечко окреп. Ну и, соответственно, враг, наверное, окрепнет тоже. Хе, погнали. Слушайте, а зачем я открыл сундук, а? Теперь мне придется набивать еще три сундука. Так надо было два, а теперь еще три. Что там такое? Музыка такая, знаешь, воинственная. Так, Генри. У нас будет, ребята, Генри. Хм. Ну давай посмотрим. Вот как он делает. Так. Дубинушки. Полетели. Блин, хреново как-то вышло. Он вызвал лучницу. Интересно, к чему бы это, а, все? Не нравится мне вот это все. Давай, 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 давай. Мечники, бомбим. Слушай, ну этот пистолетчик крепок. Ничего не могу сказать. Крепок и все. Ядро он выпустил мне. Он выпустил, ребятулечки, ядро, а я выпускаю мечника. Да-да, именно вот так вот. Он что думал? Кого он там вызвал? Вызвал он, ребята, шамана. Собственной, блин, персоны. Так, давай, атакуем. Слушай, зачем я так сделал? Я не понимаю. Что, волна? Я не понял. Погоди-ка, а что у него? Погоди, я не вру. А куда у меня юнит-то делся? Что за... А что это, ребята, за дела у нас такие тут происходят, а? Кто мне скажет? Ты зря, конечно, парень сделал. Всех в одну кучку-то поставил. Глупо было. Так, пора и мне, наверное, вызывать своих реп... Так, тихо. Хорош уже, успокойтесь, я сказал вам. Так, он вызвал, да, своего демона? Теперь пора, по-моему, и нам, ребята, вызывать. А где мой-то шаман? Что-то не могу понять. У меня же он должен быть. Он должен быть у меня, шаман-то, ребят. Но я его почему-то не вижу. Давай, 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 крепим. Все, короче, я... Да он не дает мне просто вызвать. Куда, эй? Вот говнюки. Так, он... Ага, вот так он собирается. Ядрами, значит, да? Вот говнюк. Давай тогда вот так вот. Значит, он шаманами решил меня тут взять. Все, я понял его тактику. Короче, ребят, у меня накопилось очень много этих.
Давайте призывать. Хорош уже любоваться на него. Погнали. Погнали, 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 погнали. Давай, давай, этих вызовем, и вот этих всех будем вызывать. Так, победили, да? Я еще одного, ребят, вызываю. А что такой маленький-то он? Неказистый какой-то вышел-то у нас. Нет, парень, ты, извини, далеко ли ты собрался-то? Сносим там всех. Ух. Бойня, просто жаркая, ребята, бойня. Шаманов этих всех, ядрени фени. Давай, 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 сносим, сносим, сносим. Бумс, нормуль. Куда вы бежите? Отроди. Куда вы бежите, вы не скажите. Так, здесь нам надо вот так сделать. Отлично, наказали. Так, маг, ты будешь меня бомбить? Бомби давай, как никогда. Накрываем этих всех медным тазом. Так, вызываем сюда мечника. И знаете, что я хочу, ребят? Я, наверное, вот этого вызову. Демона. Все, демон пришел. Демон пришел. Че так у него здоровье-то быстро уменьшается, а? У демона-то я никак не пойму. Так, секундочку. Давай, у нас накопился, да, еще? Да, у нас накопился еще, ребята. Сейчас будем вызывать. Так, ну естественно мы здесь вызовем мага. А сюда ядро. Так, погнали. Пока неплохо, я вам скажу. Пока неплохо. Опять он своих шаманов. Опять он вызывает своих шаманов чертовых. Всех в минус, в расход. Так, бежим, 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 бежим. Мечника всех. Задолбала вот эта волна его. Поганая, вонючая. Так, стрелок дострелялся, да? Эти пускай там бегут. Они мне сейчас не нужны. Вот так я прикрою. Зачем я сейчас подставил? Под ядро-то. Хорошо, мы тогда так же сделаем. Ух. Жаркая, жаркая бойня. Ребятули, жаркая. Подруг... Опа, как это он так прошел? Я не понял. Тихо, секунду. Нормуль. Слушай, вот это вот надо уничтожать. Вот это вот беспредел уже пошел. Так, вот этих гавриков тоже. Получилось. Пока получилось. Сноси, сноси, сноси. Давай сюда. Ну, расколбас-то будет сегодня или нет? Нормуль. Отлично. Так, куда собрался? Куда разогнался-то? Гаврюша. Так, он там волну фигачит. Погнали. Вот, ядро, 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 ядро. Амбал. Да как он так быстро уничтожает? Я не врублюсь, ребят. Как он может уничтожать быстро так, с такой скоростью? Только у меня этот появляется, он сразу же его уничтожает. Фигня полнейшая, если честно. Такого не должно быть. Так, надо сюда ведьму. Ведьма вышла. Так, уничтожает. Хорошо, ладно. Хрен с ним.
Куда ты собрался, гаденыш? Вот это у нас, ребята, бойня, да, тут ничего не могу сказать. Так, шаман, иди отсюда. У него шаман, ребята, крепкий. Так, хорош. Бежит он там. Так, маги, маги. Самое главное, ребят, контрить магов. Ты смотри, что он творит. Ага, погоди-ка секунду. Давай вот так вот сделаем. И вот так. А этого мы, наверное, сделаем вот таким вот образом. Слушай, да он достал уже в самом деле. Так, у него... Может быть, его ядрами просто пинать уже в конце-то концов. Достал он действительно в корень. Так, пускай этот говнюк бежит, а мы с вами вот так вот сделаем. Так, 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 все получается, ребятули. Давай, 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 родные. Поднапряглись, ядро, сейчас выпущу ядро еще одно туда, в кучу. Пускай он там мне зувать, что хочет делать, а я ядро. Готово, готово, ребят, ядро. Сносим этих стрелков нафиг. Так, давай, давай, бежим, бежим, бежим. Атакуем. 55 здоровья, все, отлично. Я прожал этого гада. Ух, я вам скажу, это, блин, жесть какая-то. На самом деле, ребят, без шуток, это очень сложно. Прям, я не знаю, там, знаешь, смотришь и обалдеваешь. И, знаешь, не уступить тоже не хочется ему, как говорится, проигрывать и уступать. Тем более, ребят. Ух. Жесть. Но это смачно. Это вам не Clash Royale, ё-моё. Так, ну что же, погнали, наверное, дальше, да? Еще два сундучка нам осталось. Блин, надо было, наверное, отдохнуть малька. Может быть, даже кофейку выпить малька. Ну ладно, так уж и быть. Добьем все-таки. Добьем с вами эти два уровня. Точнее, два сундука. Так. Олене. Что такие за... Олене, Хилене. Как будто какие-то с финами играем, да? Так, стрелок. Да что ж, в каждой пачке обязательно, ребят, есть стрелок. Вы заметили это? Оу. Начинается тут у нас. Хорош тут уже буянить, малыш. Говорю, хорош буянить. Так, вот это плохо. Это плохо. Конник вонючий. Ну, мечник, давай, рви его. Опять, смотрите, волна эта, а? Вот что она делает, волна бесщадная. Ну, я брать ее не буду. Не хочу, мне не нравится волна эта. Она, не знаю, урон она, кстати, наносит или нет. Я что-то как-то не обратил внимания, если честно. Ой, ой, если бы я знал, что тут будут, ребят, скелет, конечно бы... Я бы не знаю, что бы я сделал. Я бы призвал бы, наверное, толстяка. Потому что толстяк очень хорошо с ними справляется. Вы это прекрасно знаете. Своей массовой. Оу, смотри-ка, кто тут у нас бежит. У нас тут, ребята. Да куда же вы пошли-то, придурки? Да. Да уж нет, уж как-нибудь не так. Парнишка. Давай. Опять, ребята, на меня какая-то тут жесткая атака. Опять меня атакуют. Давай мага призовем, наверное. И что ж тут мы можем делать? Тихо, давай-ка мы его закутаем. В путы его срочно. Опа-на. Парнишка не выдержал, да? Призвал все-таки. Хорошо, тогда мы сделаем вот так вот. Шамана-то снесем или нет? Нифига не снесли. Ох ты! А что у него такая большущая армия? Сейчас, по-моему, хана моим воротам, ребята, будет. Да, хана воротам. Это псина еще бежит. Причем ни на что не отвлекайся, она бежит, ребят. Даже что-то я запутался, аж бедный заволновался. Не знаю, куда и чего примкнуть. Иди ты нафиг, конник. Ты достал. Так, толстяк. Толстячок. Да как ты этот псина-то пробегает? Я не могу понять. Давай вот так вот. Ага.
Слушай, ну пора уже и мне, наверное, вызывать все-таки, а? Если честно. Пора. Это первый, ребят. Сейчас пойдет второй. Вот так вот. В эту кипу мы бросаем толстяка. И вот так вот. Ну что, нравится тебе, говнюк? Получать, а? Я вижу, что не нравится. А куда деваться? Давай, давай, толстячок, вали их там. Он, естественно, волну. У него ядро есть, я уже не помню. По-моему, есть. Но у нас тоже есть. Тудуш! Шикарно. Так, мы сюда еще и мага возьмем, вызовем. Мало ли кого-то там прикрывать придется. Так, дай-ка я, наверное, еще вызову одного демона. Да-да-да, прямо туда вот в кучу. Ух, по красоте. Так, полетели. Малюточки мои. Да-то не туда свернули. Так, два мага, это вообще сила, ребята. Ужасная сила, когда два мага. Плюс под этим демоном. Вот так это все происходит. Ух. Слушай, ну согласитесь, вначале как-то меня вот прогибают, а потом мы как-то вот, знаете, знаешь, как будто из последних сил собираемся, и все ярдой вперед на танке. О, звездный сундучок, накопили, наконец-то, 6 карт. Шикандос, вот здесь, кстати, может выпасть нам что-нибудь. Опачки, толстячок, родной ты мой, сейчас, понятно, черепах. Мы сейчас тебя прапаем, толстенький ты наш, как раз мне пригодится. Так, и армия скелетов. Ладно, армия скелетов мы с вами пробовали в прошлой серии, не особо нам хорошо понравилось. А вот толстичка, это полюбаську надо, ребят, полюбаську нужно улучшать. Ух, 6-й левел. Кстати, давайте посмотрим, может быть мы толстяку можем что-нибудь такое смачное прапать. Дай-ка гляну. Древо навыков. Это что такое? 80 очков к жизни, а это 10 к урону. Давай 10 к урону попробуем. Мы активировали. Ребятульчики, мы активировали, то есть теперь он у меня, ого, должен жарить-то не по-детски. Слушай, а как интересно получить 3-й левел? Активировано, то есть я могу только, да, либо-либо. Или могу все прапать, не знаю. Но толстяк, я думаю, нам пригодится. Все-таки он хорош против скелетов, против мечников, вот этих всякой шелупени, которая бежит. Да он вообще хорош, атакует в круговую, поэтому нормуль. Ну что же, надеюсь, последний бой у нас сейчас будет. Дайте мне... О, отлично. Давайте гемы, давайте золотишко. Золотишко, конечно, тут мало получаем. Но по одному гемчику все-таки неплохо. Гемы нам нужны, правда, не знаю для чего. Нет, ну как для чего? Для того, чтобы что-то покупать, апать и так далее. Например, можем вот сундуки открывать с вами. Но пока мы этого не будем делать. Поехали, ребят, поехали! Толстяк прям вот спешит, жаждет, как ему нужно в бой. Тем более прапанный-то у нас. Ух, так, реанимси, да. Ой-ой-ой, это что такое? Это я спрашиваю, что за новое такое, ребята, существо, блин. Ему пофиг, да? Ему, ребята, ему пофиг просто-напросто. Так. Ну что, мы тут проиграем, что ли? Да нет, ну не должны. Не должны мы, ребятули, здесь проиграть с вами. Ага, хорошо. Типа выиграл, да? Типа выиграл. А если мы вот так тебе сделаем? Ага, вот у него, ребята, улички. И толстячок тоже, оказывается, есть. Блин, вот он мощный. О, давай своего толстячка вызовем, попробуем. Посмотрим, кто кого. Да ёпарсты, опять эта шваль бежит. Так, посмотрим, кто кого. По идее, ребята, мы должны накумарить его, да? Шаман. Что-то шаман. А, я убрал у себя шамана-то. Я думаю, где у меня это? А у меня шамана нету. Какой этот говнюк крепкий, я вам скажу. Серьезно вам говорю, он крепкий. Кентавр вот этот вот. Опачки. Здравствуйте, приплыли. Давай вот так сделаем. Быстро-быстро нас тут разбивают. Я вижу, ребята, нифига, по-моему, не получится. Наверное, нифига не получится. Я не знаю. Я попробую противостоять до конца. Если сумеем, конечно.
Нет, ты посмотри, даже ядро не наносит ему урона. Это что такое? Это означает, что, ребята, там вообще хрен знает какая прокачка. Ты смотри, как наносит он дамаг по моей базе. Офигеть! Просто офигеть! Набрал себе каких-то, блин, карт. Я не знаю, откуда этот кентавр. Надо посмотреть по картам. Из какой он урод коллекции. Так, смотрим. Скорее всего, вот он, этот кентавр. Ну так, ребят, извините меня, он идет совсем... Я даже не знаю, где он находится. Вот он находится здесь, а с какой колоды? С третьей арены. И, скорее всего, это легенда. Ну-ка посмотрим. Это легенда, ребят, правильно, чем мы хотим-то. У меня ни одной, кстати, или есть одна легенда? У меня, по-моему, эпик. Нет, есть. Что это за музыка еще? Ладно, ребята, проиграл, ну что ж поделаешь. Я не смог противостоять этому вонючему кентавру. Поэтому придется еще раз играть. Правильно, вот ты представляешь, если взять кентавра, взять, например, того же самого ангела, архангела, и все, и тю-тю, приплыли. Так, ладно, Адивиш, елки-палки. Ты смотри, что происходит, ты смотри, что он делает. Ну, давай мы так же сделаем. Бумс. Нет, рядушка, ты нам тут... Ты посмотри, какой у него крепкий, ребят, шаман. Да, вы, наверное, заметили. Шаманчик у него крепкий, малый. Да откуда вы набрали-то вот это вот все? Никак я не могу... Куда вы? Ну ладно, пускай бегут. Мне, в принципе, по боку на них. Так, маг, давай, вот, отлично. Ну это невыгодно, это невыгодно. Так, давай, толстяк, ты здесь как раз зарулишь с удара всех. Бумс. Перфект. Ёлки-палки, он и дирижабль еще имеет при этом всем. Так, секунду. Давай вот так попробуем. Попробовали, и нифига не получилось. Плохо попробовали мы. Твой макарек-то, а? Дирижабль уничтожили. Так, вражеская дриада идет. Бегут, говнюки всякие. Давай так сделаем. Опа, пулечки. Чего у него тут только нету, а? Смотри. Давай, Макс, жарь там. Как никогда. Дирижабль этот достал уже, летит. Завалили, да? Да, мы подбили. Давай-ка вот так вот попробуем. Ну, маги, вы же видите, что тут куча врагов. Блин, пока сам не возьмешься за дело, никто нам не поможет. Опять это собака. Это орк на собаке, скорее всего, ребят. Так, ну что, пора, наверное, еще одного мага нам вызвать. Сейчас, по-моему, мы кого-то потеряем. Да, одного потеряли. Да и пора уже вот этих вот вызывать. Что вы скажете? Я думаю, что пора. Погнали. Так, тут же и толстяка сразу же. Маги, ну что вы делаете? Я не понимаю, как вы так делаете? Должны же бомбить. Нет, они куда-то там вообще не в ту сторону. Так, и второго я сейчас буду призывать. Вот здесь вот, внизу его, ребята, вызовем. Погнали. Так, толстяк. И лучник, вот сюда. Всех, ребята, по разным точкам, потому что если у него есть ядро, чтобы он не уничтожил всех одним залпом. Ну, я думаю, что все, тут уже песенка спета его, да? Судя по всему. Да. Халима был. Какой-то Халима. Халимчик. Подхалим, елки-палки. Ух, ребят, ну это офигеть. Это как, блин, в Tower Confest. Тоже нервы на пределе. Весь, знаешь, как этот, как струна натянутая, ё-моё. Фух. Главное, я заслужил. Давайте откроем два гема и денежек немножко. 60 монет и 2 гема в копилочку. Так, и что у нас здесь? Еще 2 гема вот тут мы зарабатываем. Ну что, видите, прекрасно, 4 сундучка мы с вами заработали. Денежек у нас, конечно, мало. Какие-то горячие скидки, горячие предложения. Что такое? За 29 рублей... Подожди, за 29 рублей 500 гемов?
что, серьезно, что ли? За 29 рублей 500 гемов? Нет, я не могу поверить. Да, ребятулечки, всего лишь 29 рублей. А зачем мне столько гемов? А, смотрите, мы можем с вами... Слушай, обновите своего героя и получите золотой аватар. Это просто аватар дает, но не более, да? Не... Кстати... Нет. Сундук с молниями, что это такое? Так, мы 133 карты можем получить. Погоди-ка, а сундук бессмертия? А что здесь? Бессмертный арена 1-3. А что такое бессмертный арена 1-3? Гарантированно бессмертный арена 1-3. Ума не приложу, как это понимать. Тут вот ясно, да? Тут, смотрите, 113 карточек обычных, 17 редких и 3 легендарных. А тут бессмертный. Кто может быть у нас бессмертный, да? На арене 1-3. Давай прикинем. Ты смотри, здесь за 29 80 гемов, а я за 29 получил 400. Офигеть. Так, получаем приз. Кто же это у нас такой может быть бессмертный на арене 1-3? Может быть, вот... Ах, вот оно что, ребята. То есть мы можем с вами гарантированно получить бессмертного. То есть либо это будет у нас... как его, блин, ангел. Так, это у нас не то. Так, бессмертный. Вот это тоже бессмертный, так ведь? Нет, это легендарный. Погоди, я не пойму. То есть я получу ангела по любасику, так ведь? Короче, я, наверное, куплю. Хотя, блин. Давай попробуем. Попробуем, ребята, взять этот сундук и посмотрим. Да где он, елки-палки, это? Вот, вот он, 500 гемов. Смотрим. Да! Бессмертная карта. Офигеть! Бессмертная карта. Отлично, ребятули, естественно. Так, что создать? В плане создать. Я могу, наверное, его... Я могу его взять, создать, использовать. Вместо... Вместо кого же мне тебя, родной мой, поставить? Он 4 манны стоит. Блин. Вместо лучника? Не, лучник хороший, хороший. Так, можно, в принципе, вот сюда, ребят. Вместо... А давай посмотрим по атаке. Данные. Дополнительную информацию. А, урон 195. А у ангела... Че, серьезно, что ли? 55? 445 жизни. А у тебя? 692. Ладно, ребят, посмотрим, насколько он будет хорош, этот наш ангелочек. Блин, еще бы такую акцию, я бы за 29 рублей бы еще, ребята, купил бы, наверное, бы еще 500 гемов. Ну, вы посмотрите, сколько сундук стоит. 600 рублей, дорого это. Нет, аватар, если бы он что-то давал нам, вот этот аватар, но он ничего не дает, он просто как бы, ну, красивее смотрится, да? Армия скелетов за 500 рублей, не хочу, ой, за, ну да, за 500 монет, не хочу. За 60 гемов ты можешь получить 1000 монет, тоже незачем мне это. Ладно, ребятулечки, все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.